Лекция преступной группировки «Организованная преступность. Преступность белых воротников. Борьба и методы выявления». Всем этим занимается агентурная сеть совместно с отделом ID и СИД. Выявляется коррупция, может, через заранее подготовленных людей. Разберем вынесение из единого федерального розыска ситуацию. Свой человек звонит полицейскому, сообщает ему что-то как, и так розыск дан ни за что и готов заплатить за вынос из списка разыскиваемых. Если коп соглашается, то нужно сразу же записывать его номер и следить за базой разыскиваемых. Как только свой человек переведет копу деньги, а тот снимет розыск, то группа задержания узнает департамент, в котором работает коп, и выдвигается для задержания. Если коп отказывается, то делает все правильно, а также обязан выдать розыск или спровоцировать своего человека для того, чтобы тот встретился с ним по приезду на место и провести задержание своего человека за соответствующую статью. Преступными группировками занимается также агентурная сеть совместно с сотрудниками СИД. Выявление идет через внедрение своего человека в предполагаемую группировку с специальным оборудованием. Человек находится в предполагаемой группировке неопределенное время. А сколько потребуется для сбора информации и успешного проведения дела на ту или иную группировку? Вопросы есть какие-либо по лекции? Вопросов нет. Хорошо.